А вы точно прочитали по руке? Или же прочитали в газете? Вы случайно не шарлатанка? Больше не держи меня, джентльмен! И сейчас в гостях у тени я дружу с Адом, так и знай. Джентльмены, это просто эхо, не обращайте внимания. Это случается у нас в Лузиане. Сядьте на кушетку, есть для вас сюрприз. Прошу, расслабьтесь, ведь исполнить я смогу ваш любой каприз. Супермастер на посту, я узнать хочу, что за душой. У тебя есть душа? И добуду вам мечту. Рядом вам никуда гореть меня нельзя. В царстве снов у меня друзья. Кто как язык понять сумел? Для тех уже не существует предел. Искать нужно три. Пусть они предскажут, что вас ждет впереди. Твою, мой друг, семью легко найти. В твоем роду подряд все короли. Я сама королевских крови по моей маме. Твой стиль высок, но доход упал. Надежду чей папа сколотил капитал. Мама и папа решили достать. Да, это так. Женитьба — это выход. Но брак — это ловушка. Если хочешь быть свободным, скачи с места на место. Но для свободы нужна зелень. Зелень там, зелень сям, я твой. Я все сказала, теперь попробуй цвет судьбы угадай. На твой пример глупо тратить время зря, ведь рулила вся семья. Все решали, и мама, и сестрица, и братишка. А если б женился, умыкала б жена. Но мы крутим судьбу, как знать, удастся изменить ее и значимым стать. По рукам везет, по рукам и полный вперед. Да, вы готовы, вы готовы. Помни, под землей у меня.